Это получается, что вот встречаются, допустим, мужчина и женщина. Он кладет конфетки так, да. кладет так. Да. Они это не проговаривают. Нет. И каждый ждет да. вот этого результата. Да. Получается. Да. А да. это только к мужчинам относится? Ко всем абсолютно. Отношения к людям. Любые. На работе, еще раз, почему я всегда рассказываю, когда вы идете устраиваться на работу, вы или читаете внимательно сутевую часть официальных вот этих вещей, да? Ну, я не знаю, сайтов, статей, там, каких-то комментариев, в зависимости от компании. Потом вы приходите в компанию, вас же никто не заставляет сразу подписываться. У нас выработанная вот эта недоразвитая модель, что сидит девочка-рекрутер, и она только имеет право задавать вопросы. Вот это называется стереотип. И если вы ей начнете задавать вопросы, у нее крышу снесет, потому что она не знает, что на ваши вопросы отвечать. Почему? Потому что сверху спустили ей. Говорит то-то и то-то. И если человек, находясь с вами на такой должности, не выстраивает взаимоотношения, а декларирует да, политику или правила компании, значит, вы должны четко понимать, куда вы идете. И тогда нужно следующий этап – разбираться. Первое, вы хотите туда? Зачем? Что там вас так прельщает? Никогда нельзя ходить за деньгами. Никогда не те платят, не платят денег, которые заявляют. Никогда. Это такой рекламный ход. Почему?